ну что ж, с вами Спуди, мы продолжаем строить интересные увлекательные постройки вместе с красным шариком, квадратами, моторчиками, и в этом, конечно же, нам помогут наши зеленые свинки. Так, это очень гигантская карта у нас получается, давайте мы откроем дополнительные детали, даже динамит откроем, который, а может быть, мне не так уж и нужен, но мы проверим. Так. Что значит будет у нас за тачка? Будет какая-то вот такая вот тачка. Очень даже интересно. Я хочу попробовать сделать вот так. Ну, скорее будет эта штука мешать, но здесь нужно тестировать. Да, она на самом деле мешает. И мы сразу же развалились. С самого начала. Ну, есть колесо побольше, и как бы оно работать уже будет. Так, а ну погнали. Стоп. Почему мы ломаемся? Неужели придется использовать клей? Так, ну давайте это слепим, скрутим. Оп. Оп. Опа! Чё это у нас за конструкция такая получилась? Смотри, он просто на месте вертится, крутится. Так, ну странная штука, я не спорю. Только, наверное, я добавлю сюда два моторчика. И две лопасти, и эта штука должна будет очень круто летать. Да еще и вот это дело. Так, ну что, проверим нашу конструкцию. Она летит вроде бы быстро, но что-то, знаете, чувствую, не хватает. Возможно, вот этого вот вентилятора. Ну, с ним как ты поедешь? Он должен отталкивать задний край. Угу. Не справляемся. Да и пропеллеров больше нет. Так, а если переделать нашу конструкцию вот так... Давай, лети. Оп. Угу. Решили бы, значит, вылететь за карту. Так, а ты вверх ногами не устанавливаешься? Да никак. Ну хорошо, давай тогда добавлю сюда колесо. И будет вот такая вот интересная штука. Как будет себя вести заднее крыло? Да чё ты здесь падаешь, а? Так, вроде едем, и даже очень быстро. У нас есть целая минута, чтобы добраться до финиша. Я не знаю, конечно, с таким транспортом это будет, может быть, сложно сделать. Но, во всяком случае, это что-то новое и интересное. Так, поехали. Так. О-о-о! Давай. Так, здорово. Ой, почти здесь у нас вышло. Так, здесь не падаем. У нас остается еще секунд 10. А вдруг успеем? Так, у нас какие-то сальто на сальто просто. Ну, давайте я хотя бы до конца доеду, чтобы понимать, где финиш. Так, наши лопасти очень странно работают. Я предлагаю поменять немного конструкцию на вот такую. Это же совсем другое дело. Так, теперь лопасти направлены друг к другу. И должно работать все поинтереснее. Угу. Но что-то нам все равно не хватает. Не хватает. Возможно, поставить сюда. И вот здесь отталкивающую, да? Так. Что, из этого что-то получается? Так, ну летим мы уже интересно. Летим мы уже неплохо.
Оп, здесь была стенка. Хо-хо-хо, а вот это мы, вы видели вообще, как мы назад раскручиваемся? И, ну это забавно. Так. Вот. Хорошо. Теперь пробуем поместить вот сюда. И добавляем еще один двигатель. Только поменять бы ему цвет, а то мне не нравится. Все, пускай будет лучше в виде квадрата. Так, так как у нас пропеллер один выше... Да чё это ничего не дает? Тут я не понимаю. Его клонит вниз и все. И ничего сделать не выходит. Так, а если мы еще одно крыло установим? Как у нас теперь будет вести транспорт себя? Угу. По-прежнему мы заваливаемся. Почему-то. Так. Что же может не хватать нашей конструкции? Она у нас почему-то не взлетает наверх. Если вообще вот так вот поставить крыло обратным образом. Да, это сработало. Это сработало. Так, только тут нужно аккуратно. Наш неправильный самолет работает. О, видите, как оно заставляет его улетать? Ага, вот и яма, которую для нас тут приготовили. Так, это уже слишком высоко. Вау! Выглядит это забавно. Ага. А если мы уберем вообще эту штуку? Так, вот видите, у нас просто завал идет какой-то и все. Давайте попытаемся, значит, утяжелить каким-то грузом эту заднюю часть. Например, да хотя бы просто заднюю часть мы сделаем из металлических блоков. Это уже другая конструкция. Так, окей. Делаем тогда вот так. И погнали тестировать. Угу. Лететь такая штука совсем не хочет. А если вот так? Ну, она более покладистая стала. Смотри, и управляется. Мы ведь почти добрались, куда нам нужно. Так, а колесо... Ой, сработало. Да, транспорт нужно тут было подбирать какой-то особенный. Ладно, давайте сделаем простую конструкцию. У нас нет липучек. Липучек нет. К сожалению, я их не вижу. Давайте простой мотоциклик. Вот, ничего особенного. Квадрат, да и мотор. Ну, можно сюда пропеллер вообще поставить, и тогда уж. Оп. Так, поставим, значит, сюда мы эту штуку, чтобы нас притягивало к земле. Ой, смотри, какой мотоцикл. Ну, работает. Давай, переворачивайся, хотя бы в воздухе. Так.
Но на одной же штуке мы этой не проедем. Видите, у нас заднее колесо уходит вообще. Вообще уходит, тогда вот так. Самый простой вариант, что ли. У-ху. Так, а вдруг доедем? Уже неплохо. Так, видите, да, в чем проблема? Нужны, значит, сюда вот такие колесики. Да можем два вообще сразу поставить. Или давайте сделаем просто вот такую штуку. И теперь нам не страшны перевороты, так мы будем вставать прямиком на колеса. Вообще не страшно. Так. Ну, видите, как работает? Здорово, все время на ходу. У-ху. Так, смотри, как на мопед едет. 27 секунд. Так, и теперь тут мы столкнулись с проблемкой. Ну что ж, в следующей серии мы ее исправим.